В Русском музее фотографии открылся российский фестиваль «Светопись-2017». В год экологии главной темой стали реки России. Впервые в этот раз не только известные фотографы, но и просто охотники за хорошими снимками представили свои работы на суд жюри. Многие фото участники фестиваля взяли из своих личных архивов. Первое место заняла Наталья Николаенко. Она прислала сразу три фотографии с изображением рек, распечатанные на специальной акварельной бумаге. Еще одна номинация конкурса – лучшие фотографии из семейных архивов до 1960 года. Работы настолько уникальны и самобытны, что руководство музея планирует попросить авторов подарить некоторые фотографии для хранения в своих фондах. И зрителям было интересно, допустим, просмотрев визуальный такой ряд 21 века на эту тему, окунуться там в 19 век. То есть или наоборот, начало 20-го. То есть у кого-то это чувство ностальгии. То есть посмотреть, как там, здесь же есть очень много сцен рыбной ловли, там на берегу реки, и там то же самое все это можно увидеть. Thank you.